Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас игра под названием Nightcatcher, ночной ловитель. Начнем играть, а прежде всего я хочу попросить вас подписаться на мой канал и досмотреть до конца это видео. По описанию игры, мы играем за охранника, который уснул в... за полицейского, который уснул в офисе в своем, и ему нужно выбраться из этого офиса как можно скорее, не встречаясь с каким-то там роботом-охранником. Давайте посмотрим, что из этого получится вообще у нас. Так, начинается как Five Nights at Freddy, где надо было бегать от волка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас прям вот так вот сделаем. Оп, все. Дверь закрыта. Что же нам нужно сделать? Нужно взять и, наверное, обыскать ящики, конечно же. Ёлки-палки, что же нам нужно сделать-то еще? А, записка. Привет, Томми. Это твой старый, добрый знакомый по проекту Exotic. Я долго ждал нашей встречи. Надеюсь, ты хорошо поспал. Ночь будет веселой. Ах, да, возможно, последний. У тебя есть время до рассвета, чтобы выбраться, после чего весь участок заполнится дыхательным вирусом. Чуть не забыл. Чтобы веселее было выбираться, я немного постарался и оставил пару загадок. Надеюсь, они тебе понравятся. Ну, хорошо. Я, в принципе, только за. Так что давай... Я смотрю, ты мне еще и дверь закрыл снаружи, да? Опа, ключик. Ключ. Погнали. Там что-то гудит. Опа. Компьютер. Что там? Username, password. Все ясно. Так, что же нам нужно сделать? Ничего тут нету. Тут тоже ничего нету. Опа, записочка. Карта участка. Она мне очень поможет, да, наверное? Ага. Здорово. Так, давай будем двери закрывать. Очень медленно они закрываются. Они как-то... То ли у меня компьютер такой тормознутый, то ли это на самом деле просто они... И в игре так это. Этот фонарик очень он напрягает. Так, я, наверное, сюда приду, когда выключится свет. Ладно. Так, но я ничего не увидел здесь, поэтому... Поэтому мы пойдем. Так, ничего не подсвечено. В принципе, все нормально. Пойдем. Дверь открывается здесь во все стороны. Хорошо. Хорошие двери. Так, пойдемте дальше. Так, что здесь больше нет? Чего? Мало ли ключ какой пропустим. Так, дверь закроем желательно. Чтобы ее. Чтобы к нам никто не зашел. Ключик возьмем. Откроем вот эту вот полку, посмотрим, здесь что есть или нету. Паспорт. Я не знаю, какой паспорт, поэтому пойдем дальше. Может, где-то что-то написано? А, Сан 2, Сан... Так, здесь полок нету никаких. Вот, есть полка. Но здесь нет ничего. Так, вот здесь что у нас? Здесь у нас тоже нет ничего. Значит, нам нужно пойти куда-нибудь. Куда нам нужно пойти? Надеюсь, не надо вот эти все полки открывать. Это чокнуться можно будет. Там тьма. Найдите ключ-карту. Кладовая. Кладовая. Так, складовочка у нас. Грамот какая-то, сертификат об экселленсе каком-то. Ну, мол, типа, хорошо работал, наверное. Ключ-карту нашел я. Ну, пока нам, знаешь, ничего не показывают страшного, чтобы мы играли. Нас расслабили сейчас до самых не балуйся. Вот мы сейчас откроем вот эту... Нет электричества. Ну, мы знаем, где электричество у нас. Оно у нас вот здесь. Да. Почему-то здесь есть электричество. Знаешь, страшновато стал немножко, но пока не очень. То есть, по факту, я просто хожу. Узкий коридор этот. Сзади сейчас кто-нибудь появится наверняка. Открываем двери, закрываем двери. Кто-то ходит. А, картины. Каждый из них несет в себе какой-то смысл и не только.
Первая шестерка. Давай. Прям подожди. Сейчас. Сейчас прям 5 секунд. Куда записать-то хоть, елки-палки? Ну. Ой, первая шестерка. Тетрадка моя, вот она. Вот она, тетрадка. А ручка-то есть? У меня нет, нету, есть карандаш. Текс. Стоп, стоп, стоп. 5 секунд. 5 секунд, 5 секунд. Это много или мало? Опа. Так, запишем первое. 1 равно 6. Ну, чтобы я просто не забыл, и можно было спокойно себе так это думать. Карта участка номер 2. Так, карта участка номер 2. Так, здесь можно... Это я, получается, вот здесь вот сейчас. Не знаю, курсор записывается или нет. Под 11-м я сейчас. Что-то все шуршит, дребезжит. Блин, мне так не нравятся эти звуки. Они противные такие. Опа, шкаф открылся. Здоровенько. Сохранение прошло. Идем сразу вот сюда. Закроемся здесь и будем изучать этот кабинет. Андроид патрулирует по трем заданным путям. Изменение пути происходит только в случаях обнаружения, проникновения, угрозы и слышимости странных шумов. Хорошо, какой-то андроид патрулирует. Ну, я так понял, что это как раз вот это и есть робот-охранник. Первая шестерка, это я знаю. Картины здесь висят, вот картины. Нету ничего за картиной. Ни за этой картиной тоже ничего нету. Такс. Угу, понятненько. Все ясненько, все понятненько. Может быть, есть вот в этом шкафу что-то? А может быть, в этом шкафу? Опа. Путь андроида. Это здорово. Путь андроида теперь у нас есть. Так. Он будет показан? Угу. Первый путь андроида вон там. А, нет, стой. Это вот на вот этой карте путь андроида? Или здесь еще что-то будет просто? То есть он вот, вот за вот этой дверью он ходит, да? Или что? Я не пойму просто. Это там просто не было никакой этой аналогии с... Начальник отдела здесь сидит у нас. Нужна отмычка. Склад. На складе наверняка дверь закрыта. Наверняка есть что-то интересное. Так, ну пойдем туда. Че, у нас вариантов немного. Нас пока вводят в курс дела. Пока что. То есть сейчас пока ничего такого сверхъестественного нету. Ну, сейчас, конечно, нас будут пугать очень сильно. Но, наверное, будут пугать очень сильно. Я на самом деле не знаю. Может, и не будут вообще. Может, это вообще веселая детская игра, в которую следует играть детям дошкольного возраста. Помещение участка. Первая диспетчерская комната. Так, ну, мне, по сути, не особо это важно, потому что, ну, записка все равно осталась у меня, поэтому... Ничего я не потеряю, не прочитав ее. Надо было, конечно, шкафчики открытые оставлять, потому что, мало ли, я забуду сейчас, где я был, где я не был, а потом... Потом придется, блин, вспоминать и дергать каждый шкаф опять. Так, здесь какой-нибудь ключ наверняка есть. Я прям вот жопой чувствую, как... ну... Или вот туда вот начинается, ну... А! Давай. Вот эти вот будем шкафчики открывать. И вот так вот делать. Здесь ничего нету. Так-с. Вот когда за тобой... Опа, отмычка. Мы сейчас пойдем на склад. Очень долго он думает, прежде чем открыть этот шкаф. Наверняка здесь где-то есть что-то еще. Вот эти быстро открывают, смотри. Оп-оп, открылся. А те он еле-еле открывал. Так, ну эта комната, я так понимаю, тупо для отмычки была. Больше ни для чего. А, вот это что за кабинет у нас получается? Просто кабинет, да? А в просто кабинете есть что-нибудь полезное? Кто знает, сейчас посмотрим. Так, опа, записочка. Корпорация Экзотик... Все записки я прочитал. Корпорация Экзотик ставила опыт над психически больными людьми и особо опасными преступниками в целях усовершенствования ДНК человека. По некоторым слухам, корпорация вывела некий вирус AX, который был продан неизвестным лицам. В 1990 году корпорация прекратила свои биологические эксперименты, распустив большую часть команды сотрудников, и перевела все силы на разработку роботов. Молодцы, теперь этот робот пытается меня поймать. Это абсолютно меня не радует, на самом деле. Так,
Опа, ключик. Ключ. От чего ключ, хрену не знает. Хотя, в принципе, я подразумеваю, что я знаю, откуда этот ключ. Че за ноутбук-то хоть? Вивсан 2. Вью. Я картины забываю двигать. Так, трешечка равно 1. Я записал. Так, я про картины забыл. Представляешь, сейчас только вспомнил, на картину посмотрел, думаю, блин, на картину-то я не двигаю. Вот эта картина не считается. Двушечка мне, нет двушечки у меня. Нужна двушечка. Нужна двушечка. Ну вот там этот гоняет. А на твоем месте я бы старался избегать встречи с вашей металлической охраной. Я немного поигрался, изменил пару программ. Теперь любое замеченное существо будет устранено. Ну, хорошо, пусть устраняет. Я просто хожу здесь по комнатам и никого не трогаю. Так, начать дел. Я здесь был, да? А я картину не двигал. Двигал. Не видно, двигал я их или нет. Просто приходится обратно двигать. Опа. Так, применить. В смысле? Я когда в этот играл? В кого там? В Long Dark. Там было все гораздо проще, если что. Ну, начи... Как-то странно это все выглядело, на самом деле. Опа. Нужен электрический прибор. Что это за электрический прибор? Предохранитель. Наверняка где-то здесь лежит. Что придумывать-то? Так, я буду одну дверь оставлять открытой, потому что... это вполне логично, потому что если одна дверь открыта, значит, я здесь был. Так, ну, это место то... Тупо для того, чтобы потом что-то включить. Я сюда вернусь еще не раз, я так понимаю. А это у нас склад. На складе может быть электрический прибор, который как раз-таки нужно воткнуть в эту... в нашу эту самую-то. Угу. Там же... Ёб твою мать. Чуть не испугался, представляешь? Точнее, я испугался. Вот оно. Электрический прибор. Ну да, да, я подумал, что он сейчас пропадет, но... И сейчас испугает. Так. Что? Ну все, в принципе, мне сейчас идти нужно куда-то туда. Ой, ладно. Закрыт на ключ-карту, то есть мне ключ-карту еще надо найти. А, он бегать может. Но я не буду бегать, потому что бегать это для трусов. Я, конечно, я не трус, но я боюсь. А, мне сейчас страшно из-за того, что вот эта байда пропала. А куда она пропала, хрен ее не знает. Я, конечно, понимаю, что она за мной... Хотя, наверное, все-таки сейчас будет она ходить за мной. Так, а где ключ-карту мне сейчас найти можно вообще? Я, может, что-то недопонимаю? Просто вот это вот все дело трогать я не могу. Я ничего не могу с этим поделать. А вот... Ладно, давайте посмотрим. Поищем. Просто поищем. Просто походим и поищем. Но здесь ничего нет. Здесь прыгнуть не могу, поэтому... Сесть не могу, могу только выключить фонарь. Ключ карты тут нет. В кладовке, может. Нужен электрик... В смысле? Чего? Я только что его воткнул. Какой электрический прибор тебе сейчас нужен? Ключ карта. Я сейчас, может... Мне нужны теперь... Картины двигать, блин.
Здесь все картины подвигать надо, потому что я же ведь этот, я же про них забываю постоянно. Картины нужно подвигать. А картины у нас где? Вот она картина. Сейчас наверняка здесь вот будет вторая циферка. Вторая восьмерка. Можно даже без фонаря смотреть. Вторая восьмерка. Значит, нужно вот так вот прийти к начальнику отдела и сказать, слышь? Вторая восьмерка. 6-8-1. О, блин. 6-8-1. Опа, ключ-карта. Погнали. Страшновато, конечно, да, вот. Вот он, там вот ходит, этот патрульный. Так, серверная, переговорная. Давай все... Нет, серверную уже нельзя пройти. Мы будем... Чего? Кто ее открыл-то? А, все, картины не двигаются. Ладно. Давайте мы будем медленно, медленно, но изучать вот эту территорию. Вот эти шкафчики открываются. Но здесь, как мы видим, ни шута нету. Поэтому... О! Вот эти шкафчики не открываются. Они меня очень напрягают. Они как бы есть, но они не двигаются. Так. По звуку она вот тут. Ёб твою мать! Не беги за мной! Блять, я... Чего? Что произошло-то хоть? И как мне от нее бежать? Блин. Загрузить. Ладно. Карта участка. Она прям... Вот она прям. Сейчас будет громко. Как она в темноте-то меня видит? Что это за магия так... А, андроид, блин. Тупая железяка, блин. Ну-ка, сейчас мы ее... Сейчас мы ее быстро найдем. Так, карта участка. Ой, 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 извините. Так. Вот она передо мной прям бежит. Да, загрузить. Ладно, погнали. Так. Она ходит... Я кабинеты забываю, как называются. То есть она вот... Она идет вот тут. В конце концов. Куда идти-то? Что делать? А, мне нужно просто выбраться по сути-то своей. Давайте просто посмотрим, как она ходит. Вот так она ходит. Ладно. Так, загрузить. Стой. Опять нет электричества. Смотри. А, у меня нету карты. Ёб твою налево. Теперь есть карта. Так. 7-й, 8-й кабинет. А, вот это 7-й, вот это 5-й. В 7-й она, по сути, вообще не заходит. Я в 7-й могу находиться сколько угодно, правильно? Правильно. Так, по 5-му она дает кругаля. Выходит из 5-го и идет опять в 4-й. Потом выходит из 4-го и идет в 3-й. То есть, если она... Ну... доходит до тут, то есть надо просто подождать и пойти за ней. По сути своей, правильно? Пока она дойдет до 5-го и потом за ней пройти. Но по ней пройти нужно...
за ней нужно идти будет, когда она выйдет из четвертого кабинета. То есть она должна уйти, а потом опять прийти и пойти в этот вот, в третий кабинет, по сути своей. А так, я не знаю, это первый путь андроида. Так, она, по сути, должна зайти. Я вот тут стою сейчас. А, в седьмом кабинете. Она должна пройти по пятому. Выйти из пятого, пойти в четвертый. Выйти из четвертого, пойти в третий. Потом во второй. Потом из первого она идет напрямую в пятый. То есть пока... вот тут время очень много у меня будет, чтобы пошарить по этим кабинетам. На паузу, интересно, ставится, когда я карту смотрю. Сейчас, конечно, можно было бежать. Блин, она не так пугает. Просто этот звук противный, ужасный противный звук. Сейчас откроется дверь. Не, не открылась. А как от нее убежать? От нее никак не убежишь. Ну. Вот. Идиот. Оп. Да чё это за хрень-то? Это как мне надо с них... Она за стеной, это как меня увидела? Что это за магия такая? Давай попробуем фонарь еще выключить. Ну, то есть, вот прям вообще вот... Просто выключить фонарь еще и сесть вот тут в углу. То есть, я ее слышу, я прекрасно понимаю, где она ходит, но... У меня вот этот вот момент напрягает, то, что она меня может услышать через стену. То есть, если она меня реально через стену чувствует, то это как-то глупо, и это, проходить игру можно просто на дурачка. Нет особого интереса в нее проходить, но... Вот она идет. Подошла к пятому кабинету. Оп, открывает. Пошла. Оп, вот он, самый дальний угол. Приближается. Бежит. И что это? Я стою в углу в темноте, блин. Это, ну, ну реально, это логика какая? Что это за логика такая? Давай загрузим, короче, и побежим на дурачка. Кабинет. Все, она ходит по кабинетам. Она меняет маршруты. Она очень глупая на самом деле. Она непродуманная. Я за стеной стою. Она не должна была меня вообще видеть, слышать, чувствовать. Как она? Это же андроид, блин, как он меня чувствовать-то может? Отсюда меня слышать может уже. Да, то есть вот тут вот это вот тоже обидно. То есть мне здесь надо как-то аккуратно ходить, чтобы... Нужна отмычка. Еще и отмычку ищи, блин. Ходи, 150. То есть вообще ничего не открывается. Идет за мной. Вот смотри. Смотри, я топаю. И она идет сюда. Нет? Да?
Вот она прям в левом ухе была только что. Куда она ушла сейчас, я не знаю. Отмычка. Я, конечно, не этот. Очень странно открываются здесь отмычки. Просто закроем двери и будем здесь сидеть. От чего-то ключ нашел. Чё происходит? За мной какая-то бабища ходит. Вот я сейчас ключ нашел, если она меня поймает, значит я ее и это все. Я проигрываю. Но маршрут она не меняет. Заметь. Если я только топаю или что-то вот там творю в беспределе, короче, она меняет маршрут. Она может пойти ко мне. Да так она даже, когда я не беспределе, я стоял на месте и смотрел в угол, блин. Ну не в угол, пусть куда угодно я смотрю. Значит, какая разница, куда я смотрю? Я с фонарем выключенным стою. Еле дышу. А она, блин, за мной это самое бежит. Как-то это не по-справедливому. Здесь я был. Идет. А как она там идет? Я же в этом кабинете. Вот тут стою. Она откуда-то оттуда идет. Такое чувство, что она в текстуре застряла. Потому что она с места не сдвигается. Подождем. Но она застряла. Я не знаю, где там можно еще столько ходить. Пиздюлина, блядь, застряла. В раковинах, в толчках ключи должны быть. А чё, я туда зайти не могу, что ли? Нахера я её открываю? Ясно. Вроде она застряла, вроде мне ничего не грозит. Или грозит. Хер ее не знает на самом деле. Ключ-карта. Чё нашел? Хрен не знает. Я хожу просто по этому зданию и уже ни на что не надеюсь. Отпечаток не найден. Мне еще отпечаток надо найти. Огонь.
То есть ты издеваешься, что ли, надо мной? Я не пойму. Игра. Это... Что такое-то? Какой отпечаток мне нужно еще найти? Мне что-то не договаривают, по-моему. По факту-то, мне нужно сейчас... У меня есть ключ-карта. А чего она хрен ее не знает, на самом деле? Я... Мотоциклисты, ёбаные, бля, ездят и ездят. Как мне в камеру-то войти? Хотя зачем мне туда идти? Да хрен ее знает, зачем мне туда идти. А вдруг надо? Вот вдруг мне туда нужно. Хочется мне туда зайти. Почему я не могу зайти? Что это за место? А. Какой отпечаток? Ты дура, что ли? Ёп. Где мне его искать-то? Смотри, у меня есть ключ-карта, которая... Я во всех... Или не во всех. Стой. Это склад. Я отсюда вышел, зашел сюда. Зашел сюда, потом зашел... Или вот сюда я не заходил. Заходил я сюда, первый самый кабинет, куда я... Есть! Курить! Это не первый... Это туда, куда я как раз не зашел. Пусть ходит. Дуреха, бля. Сам в своей двери застрял. Блин, не дай бог она... В смысле, она начала ходить по другому маршруту, что ли? Нужна флешка. Откуда я тебе высосу-то, блядь, флешку твою? И не тут. Да это дичь какая-то. В конце от концов. Совесть надо иметь. Такие игры делать. Не, вроде как бы стелс, но он тут не работает. Он тут не работает. Может быть, где-то флешка заспавнилась? Ты где ее искать-то буду, блядь, флешку? Флешку я у себя дома найти не могу. Ебанин какая-то. Туалет. Ну, в туалете-то явно флешки не лежат. Хотя, хер их знает, на самом деле. Эти флешки-то где только не лежат. Я как-то ее постирал. Был дело, да. Ну, блин, я весь экшен в игре потерял. Просто потому, знаешь, из-за чего? Из-за того, что интерес как-то не пропадает. Тупо пропадает интерес ее проходить. Ну, просто я ее... Я в нее играю, сижу. А смысл какой в ней? Я, блядь, уже везде прошел. Везде, где можно было. И мне в итоге говорят, что ты, нахуй, не можешь в камеру залезть, хотя можешь дверь открыть, эту камеру. И не можешь... и отпечатка у тебя нету. А где бабы, это долбанные, хрен ее не просыт, потому что... Потому что она ушла куда-то вон туда. Теперь я здесь могу свободно перемещаться. Я и так мог свободно здесь перемещаться. Диспетчерской флешки должны лежать. Вот компьютер лежит. Почему бы я не мог это вот... В этот компьютер залезть? Почему я должен именно в тот компьютер залезать? В чем проблема-то? Что с ним не так? С этим-то компьютером что не так? Я не могу вот эти даже ящики открыть. Что? Что? Что нужно-то от меня? Ёлки-палки, в конце концов, игра. Дай мне пожить спокойно. Вот. Вот тут флешка. Почему нет флешки? Отпечатка не найден. Я здесь работаю, как он... О, записка. Паш, ты не отвечал на телефон. Поэтому ключ-карту от серверной оставили диспетчерской на столе.
А флешку с отпечатками сотрудника у себя в 13-м кабинете в сейфе. Зайдешь, заберешь. Ёп твою налево. Паш, ты не отвечал на телефон, поэтому ключ-карту от серверной оставил в диспетчерской на столе. А, да. А флешку с отпечатками сотрудников у себя в 13-м кабинете. 13-й кабинет это... Есть, кури, это мне... Ооо, это ёб твою мать, далеко так-то. Ну погнали, хрен ли. Она здесь теперь не ходит, поэтому здесь я могу спокойно бежать. Так, я вот тут стою. Мне нужно прямо и во второй поворот направо. Но она здесь наверняка патрулирует. Я теперь вот тут. Мне нужно выйти вот сюда, вот прямо направо. В сейфе. Вот тут в сейфе. А, 173, если я не ошибаюсь. Ладно, записки. Записка. 171. Кто такие флешки-то хранит тут? Прям за мной бежит. И? А! Вот сюда вот надо. Не сюда. Ща. Добежал. Я сейчас нахожусь вот тут. Вот тут. Да. Пизда рулем. Пришла. Куда я отсюда денусь? Я никуда отсюда не денусь. Или она маршрут опять этот построила. Ой, какая сложная игра-то, блин. Она не сложная, она тупая, блядь. Вообще вот тупая. Мне нужно вернуться в какой-то кабинет. В какой, не помню. Вот куда-то вот сюда, восьмой нужно. Нахуя я сюда бежу? Она по этому кабинету не проходит, да? Она вот здесь вот заканчивает. Ну, и пошла. Я вот не понимаю, что мне нужно ждать, что мне нужно делать. То есть я понимаю, что мне нужно вот сюда бежать. Как я туда пройду-то? Я туда могу пройти, когда буду находиться. Знаешь где? Не знаю. Бежит. Не бежит. Ну, до сюда дошла, отсюда должна пойти сейчас. Должна пойти, но пойдет она вообще там или нет? Типа она должна пойти, я дождусь, пока она дойдет вот до сюда. А потом ломанусь вот сюда. Может, ну и в пизду. Сейчас придет.
Картофелина, блин. Давай, ёбаный, флешка, лодин. Чё мне делать с ней? Что не так? Ща. Идите его колотить. Ты да. Росгидромет говорит, все плохо у тебя будет. Лодин, а чё дальше-то? Чё мне с ней делать-то? Загрузка прошла или нет? Флешку мне чё делать с флешкой? Идиот. Дурёха отсюда. Сейчас она вот тут вот прям передо мной пройдет? Или нет? Нет. Она в пятый кабинет зайдет и выйдет оттуда. И все, и пойдет обратно. Да, до сюда она дошла тупо из-за того, что я здесь был. Лодинг до конца прошел. Не знаю, что с ним делать. Сацесс бы хоть написали какой-нибудь. Дойдет до сюда, развернется и пойдет обратно. Невыносимо долгая игра. Нудная очень игра. Может, я такой нудный, не знаю. Теперь я жду, когда она вернется. С толчка. Она как не возвращается. Неужели? Ёлки-палки, все делов-то. Ты понимаешь, да, что это было сейчас? Просто на характере вывез, вообще, вот просто идеально. Я думаю, что на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. Всем спасибо, всем до встречи в новой серии, в новых видео, всем пока!